Любимые сердцу мелодии в интерпретации современных звезд Татарстана. Вот она, связующая нить поколений. На церемонии и президент Татарстана, и госсоветник, и спикер парламента. Сегодня день рождения великого татарского композитора. Мы всегда будем гордиться его произведением, всегда будем помнить. Хочу всех нас поздравить с таким событием для нашей столицы, что вот мы сегодня имеем такую возможность. И... Надо микрофон. Время от времени произведение повторять. Ментимир Шамиев предложил озвучить этот сквер, и звучать здесь должна музыка Яхина. Он мог бы остаться в Москве, ему сулили мировую славу пианиста, но он вернулся в Казань развивать музыкальную культуру родного народа. Рустем Яхин – автор первого татарского фортепианного концерта. Он написал не только множество симфонических произведений, но и воспитал целую плеяду композиторов. Мне уже посчастливилось с ним встретиться, мне посчастливилось даже исполнить его песню. Посчастливилось, потому что мой педагог Трубин Борис Николаевич учился у Рустема Яхина. Этот памятник, он находится, вот он окружен учебными зданиями консерватории, напротив, рядом. И вот это очень важно для создания истории, памяти, поддержания традиций. На церемонию открытия, которая превратилась в концерт под открытым небом, пришли и родственники композитора. Заслуживал, давно заслуживал этого памятника. Хорошее место. Песни Рустема Яхина, а он написал их более 400, визитная карточка Татарстана, которую можно услышать не только в России, но и по всему миру. Эльмира Шамарданова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.